Она не просто тренер, она настоящая наставница и соратник для своих учеников. Благодаря ее усилиям и поддержке, многие из них достигают значительных результатов и становятся успешными атлетами. Бала Аминовна – это не только преданный тренер, но и любящая мать. Пример настоящего профессионализма и преданности своей работе. Родилась в ауле Хачимзи, живу там же, работаю в Кашихабле, в детской и юношеской спортивной школе. Работаю с 2005 года. Тренером-преподавателем, руководителем методообъединения, тренеров, преподавателей и учителей физической культуры. Стаж ее работы простирается на протяжении 18 лет. Это не только долгое время, но и ощущение твердости и надежности. Ее опыт расцветает каждый день, создавая драгоценную среду для воспитания нового поколения спортсменов. Заниматься с детьми – это всегда очень интересно. И еще интереснее тогда, когда вот направляешь ребенка, показываешь все хорошие качества, которые есть в спорте. Воспитание, характер – это все входит туда. И когда ты видишь, какими эти дети становятся, ну, вот это мне кажется. Бала Аминовна попала в спорт не случайно. Она пошла по стопам отца. Он подтолкнул меня. Отец, скорее всего, он тоже работал учителем физкультуры. Ну, глядя на него, захотелось тоже пойти по его стопам. Поначалу, да, было тяжело. Тренировки, недосыпание, бег, соревнования, не выходных. Хотелось, конечно, со своими сверстниками, когда они идут гулять, тоже пойти погулять, но у нас не получалось. Почему? Потому что у нас тренировки бывали утром, вечером, после тренировки занятия. Ну ничего, и через это прошли. Она стремится развить силу духа, волю и самодисциплину каждого своего ученика, помогая им преодолеть преграды и достичь высот, о которых они могли только мечтать, заботиться о каждом маленьком победителе, поддерживая их в трудные времена и радуясь каждому достижению. Сейчас особенно очень тяжело. Почему? Потому что вытащить ребенка с интернета и привести к себе на тренировки, ну, много труда мы туда вкладываем. Ну, это не только я одна, и другие тренера наши, которые работают со мной. И стараемся, чтобы у них поменьше времени было сидеть в телефонах, и чтобы они хоть физически чуть-чуть развивались. Вместе с этим Белла Аминовна остается скромной и смиренной, всегда готовой помочь и поддержать своих учеников. Она продолжает вдохновлять и восхищать своих воспитанников и коллег в течение многих лет. Ее преданность и любовь к спорту делают ее истинным лидером и символом успеха в мире детской спортивной школы. Продолжите, пожалуйста, фразу. Я люблю свою работу за то, что... За то, что она у меня такая интересная. За то, что можно... двигаться вперед, за то, что в детей мы вкладываем все то, что мы можем, и за то, что эти дети нас не подводят.